Иҳаҩсыз ашықәса замҩа дуқәа рҿы иҟалаз амашәа рқәа ирхианы рыԥсҭазаара иалҵит хынҩа виԥшьҩык, имаҷҩым ахәрақәа заузгьы. Аҳәынҭқарратә автохылаԥшратә усбарҭа хаҭарнакцәа ражәақәа рыла сынтәа амашәырқәа рхыԥхьаӡара еиҳа еиҵоуп макьана, аха уи иаанагаӡом агәырҭынчра аҭахуп ҳәа. Амашьына рныҟәцаҩцәа рыбжьара иҟоуп арыжәбыжәны аԥсҟы аанызгылоу, иара убасгьы аныҟәара аԥҟарақәа еилазгоу. Убри азоуп амилициа ус зуаҩцәа амҩа дуқәа рҿы лассы-лассы арейдқәа зымҩаԥыргоу. На сегодняшний день проходят плановые мероприятия, которые мы проводим в городах. Оно называется «Безопасный город». Как показал 2018 год, оно весьма эффективное. Задача этого мероприятия – выявление лиц, управляющих транспортом без водительского удостоверения. Арейд корым я пкараана, милиция усызуйца убаскер лапшуа, джикоп адырга змам автомашинаква. Дарабхара и ларга ралкаара, ахива даю азы арязцаара, атыпактара рылшей. Определенное количество транспорта ездит без госномерных знаков. Это те автомобили, которые, скажем так, заехали для продажи. Были маленькие нюансы, которые мы согласовали с таможенным комитетом, после которого все данные транспортные средства, которые заехали и растаможились на территории Республики Абхазия, будут получать транзитные номера таможенного комитета, который им позволит ездить. 5 дней, то есть человек приобрел машину, несколько дней для оформления необходимых документов, для прибытия в УГАИ МВД РА, для получения необходимых регистрационных номеров. На сегодняшний день есть большое количество людей, которые не хотят соблюдать эту процедуру. Данным мероприятием мы будем их выявлять и привлекать к ответственности. Аҳәынҭқарратә автохылаԥшратә усбарҭа анаԥхгара убасгьы рҳәеит амҩадуқәа рҿы идыргыло авидеорбагақәа ирыбзоураны аныҟәара ԥҟарақәа еилазго рхыԥхьаӡара ишагхаз. Ааԥхьара иҟарҵеит арҭамшқәа рзыҷыдала амҩатә ԥҟарақәа ирықәныҟәаларц, иҟоу амш цәгьақәа ирыхҟьаны амашәыр ҟамларц азы. Даури Наԥшьбалықь Сагәхаа, аԥсуа телехәаԥшра.